3-0 победа, это вполне было крупной по ощущениям. Набухла, как долго копившаяся капля росы, это победа Реала. И наверное, совершенно правильно то, что именно такой счет. 3-0. Зафиксирует Итуральдо Гонсалес. Реал оторвется от Барсы вновь на 6 очков. Ну, возможно, на пару часов. Но главное, что и в результативности опять довольно далеко ушли мадридцы вперед. Итак, в первом тайме Анхель Ди Мария после ошибки защитника Суареса очень красиво пронзил позицию вратаря Спортинга. Ну а потом спаса Ди Мария забил Криштиану Роналду, очень красиво разобравшись с голкипером.